Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, сегодня я хочу добраться до Лиги Мастеров 3 звезды, топчик взять. Так, посмотрим, меня сбросили вообще или нет. Сбросили, конечно, куда они денутся. Позволят они мне находиться, а, на 3 звездочках. Держи карман шире. Ладно, ничего страшного. Мне лично не привыкать, ребят, слетать, потом обратно подниматься. Так, ну что, рискнем? Давай-ка, наверное, начнем вот отсюда. Да, я думаю, тут будет эффективнее всего фармить. Поехали. 2 бакса. 3 осколка серебряных. Так, 25 жетонов. Донателло. Так, мне нужен Рокстеди или Бибоп, в конце концов. Ну какой ноутбук Дона? Так, Бибопчик и, пожалуйста, Рокстеди есть. Окей. Так, что, давай здесь теперь попробуем. $2. Жетоны. Опять жетоны. И еще есть. Есть возможность, ребят. Так, давай, комикс-чувак. Маяк. Еще 2 попытки. Жетоны и... Жетоны, зашибись. Вот это, да, ребят, вот это подстава. На самом деле была сейчас. Вообще ничего не дали мне. Ну что, пойдем пройдем серию испытаний по-быренькому. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я думаю, этой командой, в принципе, на изи. Разберем сейчас все. Ну что, сегодня попробуем пробиться, как я уже говорил, в топчик. Шансы у нас велики. Так, подожди-ка, пробей его, Лео. Нормально, Ванька падает. Так, что он там делает? Провокацию на себя. Давай попробуем вот так вот его пробить. На, получил свое. Хопа. И переходим на вторую волну. Массовая атака есть хоть какая-нибудь? Нету. Давай попробуем так вот сделать. Слабовато будет, парнишка. Очень слабо. Тыдыч. Так, Бибоп. Все, ребят. Так, серия испытаний пройдена. Что теперь нам нужно? Опять же искать элементы на Крэнга. Ой, Крэнг. Все у меня Крэнг, ребят, в голове сидит. Конечно же, кожеголовый. Мы прокачиваем его именно по скиллам, а по уровню мы прокачиваем еще до сих пор нашего Крэнга. Так, ну что, кожеголовый, давай посмотрим, что нам нужно на тебя найти. Так, 3 комикса вот этих вот. Ну, Махман, как всегда, а нет, один дал. Я думаю, сейчас зажмет все-таки комиксы. Так, 2-й и последний, пожалуйста, подкинь мне. Мне тыква твоя даром не нужна, вот, комикс. Смотрим дальше. 2 вот этих вот магнитофона. Катушка с пленкой называется, но на самом деле это бобинный магнитофон. Такс. И 12 номеров вот этих вот. 12. Так, 2. Да подожди ты, зачем ты так делаешь? Давай, 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 давай. 2 3. Блин, ну 12 я навряд ли сегодня найду. Что ж, как-то 4. Давай хотя бы 6 найдем. 5. 6, все. Хорош пока. 6 номеров, остальных мы в следующей серии попробуем найти. Так, и поднять уровень персонажа. Но, естественно, я сейчас ничего не смогу сделать, потому что не хватает мне наверняка мутагена. Эх, мутаген, мутаген. Так, ребят, я погнал. Я погнал. Цель всем ясна. Какая у меня. Берем Армагона. С Армагоном пойдет вместе Зек. Армагон, Зек и вот эти вот супостаты, так скажем. Легковец. Хромомагнезит, ё-моё. Так, давай, поехали. Бросаем бомбочку. Так, Армагон, а ты сможешь пробить? Что-то как-то Зек очень мало отнял у них здоровья. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Ну давай, Маузер, не подведите, пожалуйста, а? Ну пожалуйста, ну пробейте вы его. Я. Фух. А то бы тут сейчас начали бы эти бы ребята нас тут чекрыжить. Точнее, Бибов. А, это Рокстеди там было. Так, ну что, 44-я позиция. Слабовато как-то, ладно, 17-23. Возьмем вот эту вот команду.
Бакстер вместе... Ну, пускай будет Леонардо. Майки, конечно, мне не нравится тут. Во вражеской команде. Он сейчас, как всегда, начнет первым ходить. Соответственно, будет усиливать, наверное, команду свою. Именно на атаку. А, тут еще и кар... Тихо! Вы что делаете, шпана? На-ка. Бакстер, ты мне нужен, блин. Мандагека. Давай, вали всех. Вот так вот. А нечего выпендриваться, да? Чуть, ты посмотри-ка, я прям выстоял. Я думал, сейчас ее бомбанут, но все, слава богу, обошлось. Блин, я вот теперь думаю, хватит ли нам сегодня опять же попасть в топчик. Ну, откатов, ладно, хватает пока. Возьмем Макмана. И, наверное, я возьму вместе с ним Усаги. Так, Крэнк, подожди пока. Твоя очередь подойдет, но чуть-чуть попозже. Есть контакт, погнали. Ну что, давай, Усаги, свою козырочку влупляй. Слушай, ну постепенно только на троих упала. Ураганчики, думаю, добьет всех. Ать, ать. Ну ладно, Донни, успокойся, пожалуйста. На тебе шайбу. Шайба-бомбочка или минка, я не знаю. Ну, бомбочка, скорее всего. Ладно, здесь победили тоже. Продвигаемся дальше. Этому еще в Лигу Мастеров 3 звезды не попали. Ну, какой там? 20-е, 25-е? 20-е. Угу. Так, 17-24. По-прежнему дают. Возьму Рафаэля, Донни, Майки. И, наверное, вот так. 70 и 71 уровень. Ну, естественно, здесь Рафаэль возьмет провокацию Донателло. А Майки, конечно, уклонение. Майки поставит уклоняшку. Донателло, если что, будет делать свою массовую атаку. Оу-оу-оу-оу-оу. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что он вытворяет. Дай-ка на всякий случай лучше щиты поставлю. Лучше здесь щиты. Это пускай тратит свой хил. Он нам как бы здесь вообще не нужен. Ох, Рафаэльчик, давай, наяривай там по всем. Попробуем немножко сигануть. Отлично. Так, Змейковьюн, ну-ка, если мы так сделаем. Все-таки пробил, да, чутка? Ну, понизили мы атаку, как ты видишь, нашим противникам. Хил нужен? Я думаю, что пока не нужен хил нам. Да ладно. Рафаэль, давай. Хоп, сплинтер. Отлично. Если я сделаю вот так вот. Смогу пробить? Конечно, смог. Теперь сюрикены. Кого будет бомбить? Только не Змейковьюна. Фью. На тебе. Пробьешь? Красавчик. Блин, ребят, что-то здесь вот было рискованно на самом деле. Змейковьюна получал столько урона, что я думал, провокация сейчас исчезнет и ему кранты. Ну что, после этого поединка мы перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Возьму Ванька и возьму Крэнга. Ванька и Крэнг вдвоем здесь будут. Раз, два, три. В принципе, я не знаю, как там по инициативе. Но, по-моему, мы должны ходить первыми. Да, Ваня? Так. Давай, наверное, вот это все-таки сделаем. Антииммунку заодно повесим на всех. И плюс гранатомет. Нормально? Я считаю, что круто. На. Причем у Хана была повышенная атака против Донателло. И он его вырубил. Ну-ка, се, показывайте мне. Ну вот, вот она, Лига Мастеров, 3 звезды, 95-я позиция, 35 откатов у нас пока имеется. Погнали. Если я попробую своими силами сейчас сыграть вот этот поединок, нормально будет? Да, конечно, пульверизатор. Или Тимати в простонародье.
Как-то вот здесь не в тему. Ладно. Для начала возьмем провокацию. Лучше взять на Рокзара, чем на Тимати. Вот это вот я не понимаю, зачем. Что он снимает, если тут ничего нету? Съемщик тоже мне тут нашелся. Угу. Крит. Давай. Это же крит или просто атака? Крит все-таки. Ну что, у кого массовая атака здесь? Ну-ка, поехали. Неплохо, я скажу. Главное, чтобы морзилка не успела хильнуть. Нет, 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 не надо маузеров. Ау. Кто у нас тут будет ходить? Давай, наверное, так все-таки добью. Дальше. Морозильную кошку нужно бомбить, ребята. Морозильную кошку нужно уничтожать. Тыч. Молодец, Тимати. Теперь, конечно же, Бакстера. Ну и в конце концов Майки. Чё-то как-то рискованно было. Хотя команда, в принципе, сильная, но ты видел, как она разбиралась у нас. Очень быстро. Так, и переходим мы на 80-ю. 78-ю даже. О, как. 17-24. Я, наверное, возьму вот эту вот команду. Возьму Армагона, Шреддера. Ну и поехали. Начинаем с самого хвоста отыгрывать наших ребят. Короче, 34 отката получается у нас где-то 15, да, 15 плюс еще один. 16 откатов, ребят. Ой, 16, ну, 16 поединков мы можем отыграть. Я думаю, что этого нам за глаза и за уши, чтобы дойти до топчика. А сегодня у нас четверг, да? Четверг, пятница, суббота. Воскресенье еще потом 3 дня. 2 дня рабочих, это получается что? Пятница у меня рабочий день, суббота рабочий день, воскресенье выходной, понедельник опять и вторник рабочий. Блин. Ну, подумаешь, ребята, один раз пропустим буст, ничего страшного. Да? Нам уже не привыкать пропускать эти бусты. Тут самое главное пройти события, ребят. Вот, чтобы ты в конце недели был в Лиге Мастеров 3 звезды. Вот это самое главное. Почему? Потому что за это мы получаем большее количество осколков, именно платиновых. Чем больше платиновых осколков, тем, соответственно, быстрее у нас прокачиваются персонажи именно в платиновый ранг. А платиновый ранг, как говорится, все. Это самая верхушка. Верхушка любого персонажа по прокачке. Там уже мелочь идет. Там уже докачать ему уровень, прокачать ему скиллы, это уже второстепенное. Самое главное перевести его в платиновый ранг. Есть, конечно, бойцы, которые еще даже не имеют фулл золотые звезды. Мы подсчитывали, сколько у нас там, по-моему, 8 персонажей, да? Которых нужно прокачивать, прокачивать и еще раз прокачивать. И на этом не останавливаться. Такс, ну что, погнали. Так, минус один. Ну и Армагон, конечно же, всех остальных добивает. Отлично, ребят. Просто великолепно. Так, двигаемся далее. Сороковая позиция. Сороковая позиция. Раз, два, три. Так, погоди секундочку. Шреддер и Армагон. Вот они стоят. Вот они стоят, и через секунду они будут уже лежать все столбиком друг с дружкой. Отлично. Донателло, когда валяется, на него шапочка такая на спину приземлилась. Окей, поехали далее. Так, с 40-й позиции мы переходим на 26-ю. Ну, грубо говоря, еще где-то 2-3 поединка. Ну, 3 это уже предел. Это максималка, что мы можем выжить. А так, скорее всего, да. Где-то 2, наверное, все-таки. Поделитесь пополам. Наверное, 2.
Ну что, заряжаем. Как обычно, Шреддер, Армагон. Кого-то даже умудряемся с одной плюшки вырубить, да, например, как Рокстеди только что упал от суператаки Шреддера. Идеальная победа. И смотрим. Так, 26, но это надо 13-ю позицию иметь. Под вопросом. Под вопросом насчет последнего поединка. Под огромным, друзья мои, вопросом все это. Раз, два, три. Поехали. Окей. Замечательно. Ну что же, давай смотреть. Попадем мы сейчас в топовые места. Или не поедем в места, в топовое место. Да, ребята, хватило, оказывается. Ну что же, давай посмотрим теперь, сколько у нас мутагена. Мутагена как раз, по-моему, хватает все-таки или нет. Да, ребята, хватает. 98 уровень у нас получает Крэнк. Два уровня всего лишь осталось. Два. Так, слушай, у нас, по-моему, пицца здесь где-то разыгрывалась. Давай мы, наверное, сделаем следующим образом. Разыграем вот эту всю пиццу. Получим. И попробуем. Блин, у нас 61 откат осталось всего. Серьезно, что ли? Слушай, как у нас... Подожди, а что это за команда у меня такая? С какого перепуга здесь Донателло? Так, погоди. Разве здесь Дони должен быть? Ну-ка... Нет, конечно. Вот какая должна быть команда, ничего себе. Он уже присосался там, Донателло. Вот это да, вот это он хитер. Давай, 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 на автобой. Блин, все-таки, ребята, 61 откат это мало. Плюс еще не забывай, что мы фармить будем. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем по-другому. Где у нас Армагон? Ой, Армагон. Кожеголовый. Так, я уже пролистал, наверное. Вот он. Навыки. Так, смотрим. Во-первых, 2000 еще нужно будет. Мутагена. Не все так просто. Ну давай, 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 давай мне этот. Да какая фигурка единорога? Она мне нафиг не нужна. Давай мне... Твою дивизию. Так, вот. Сколько там еще нужно? Еще три. Да куда ты тыкаешь? Еще три. А-а-а, пицца закончилась. Ну что же, ребята. Закончилась пицца, так закончилась. Мне нужно будет... Это я уже сейчас буду за кадром делать. Набивать... себе энергию. Откаты, ребята, конечно, для следующей серии. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.